продюсерский центр «Русская гармонь» и Александр Ганичев представляют русская народная телепередача «Гармонисты России». Здравствуйте, уважаемые телезрители, друзья, любители русской гармонии. В эфире русская народная телепередача «Гармонисты России». И сегодня у нас в гостях замечательный дуэт. Это народный гармонист России Павел Уханов и его очаровательная супруга Наталья Николаева. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Как вы поживаете? Все отлично, замечательная погода, хорошее настроение, хорошие гармошки, да, хорошие песни. Да, и как приятно с такой очаровательной девушкой стоять рядом. Паш, правда, вот где такую жену нашел очаровательную? Давно? Давно, да, в институте имени Ипполитова Иванова. Решил сам поучиться и жену присмотрел. Да, это сколько лет уже вы знакомы? С 2005 года. С 2005 года. Ну, это уже достаточно давно. И, а детишек сколько у вас? По-прежнему трое. По-прежнему трое? Но это еще не предел? Ну, не, да, совершенству нет, да, предела, да. Совершенству нет предела. Очень рады мы вас видеть. И я знаю, дорогие телезрители, что вы очень любите эту пару, этот дуэт Павла Уханова, Наталью Николаеву. Что вы нам сегодня споете? Мы споем для вас новую песню, который написал для нас Валерий Семин, музыку, слова Елены Зубакиной, «Гармошка-недотрожка». «Гармошка-недотрожка». Лекарство есть от скуки души моей простой, гармошки русской звуки, душевный разговор. А сердце замирает, и гармониста вновь прошу, пускай сыграет про жизнь да про любовь. Ах, гармошка, недотрожка, неразлучных кнопок ряд, лишь затронешь их немножко, и они заговорят. Вам расскажут о природе, о любви и о весне, об обманчивой погоде и немножко обо мне. Ты подпоешь дуэтом, я выбираю тон. Гармошка нам при этом ответит в унисон. А если загрущу я, то он меня поймет. С гармошкой словно с милым жизнь веселей пойдет. Ах, гармошка, недотрожка, неразлучных кнопок ряд, лишь затронешь их немножко, и они заговорят. Вам расскажу о природе, о любви и о весне, об обманчивой погоде и немножко обо мне. Гармонь по жизни рядом, в работе и в быту. Она нам дарит радость, веселье и мечту. Пленят ее разливы, мелодии нежных звук. Такое изобилие, лекарство от разлук. Ах, гармошка, недотрожка, неразлучных кнопок ряд, лишь затронешь их немножко, и они заговорят. Вам расскажу о природе, о любви и о весне, об обманчивой погоде и немножко обо мне. И немножко обо мне.
Следующая песня, которую мы хотим для вас спеть, это «Частушки», но не простые, на слова Виктора Бокова, а музыка Евгения Дербенко. «Частушки». Ах, изменил залетка мне, идет по правой стороне, а я измену сделаю, перебегу на левую. Говорят, что я горда, это верно, это да. Я из Курской области, не могу без гордости. А над рекою белый пух, а мой миллионок любит двух. Эх, добирай до дюжины, Дон Жуан заслуженный. Ко мне милый подошел, милка я себе нашел, понапрасно хвалишься, да ты мне сам не нравишься. Ой. А моя кофта как огонь, я не твоя, теперь нет ронь. Кофточка не ношена, я никем не брошена. А меня брошенкой зовут, и напрасно люди лгут. Своего хорошего я сама забросила. А я не буду горевать, а на измену наплевать. Изменил, проваривай, вновь не уговаривай. А на крутой горе стою, про измену говорю. Изменил, проваривай, вновь не уговаривай. В эфире русская народная телепередача «Гармонисты России». У нас в гостях народный гармонист России Павел Уханов и певица, и просто великолепная девушка Наталья Николаева. Я вот о чем хотел вас, ребята, спросить. Я знаю, что, Павел, уже несколько лет вы работаете в Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве. А вообще, как это случилось-то, вот именно по классу гармонии? Потому что ведь никогда у нас в стране не преподавали гармонию на таком высоком уровне. Все случилось это благодаря орловскому композитору Евгению Петровичу Дербенко, который написал профессиональный разноплановый репертуар и сначала в городе Орле выстроил профессиональную систему обучения, трехзвенную школу училища ВГУС. Я у него закончил музыкальное училище, а потом он и с помощью его подвижников в других городах стали открывать классы и в Архангельске, и в Петрозаводске, и в Новосибирске, и дело дошло до Москвы и, соответственно, до Российской академии музыки имени Гнесиных. Это был последний бастион, который сдался под напором гармонистов, да, и теперь на новой кафедре «Национальные инструменты народов России» можно учиться именно по классу гармонии. А сколько у вас учеников на сегодняшний день? 11 студентов у меня. Вот, представляете, дорогие телезрители, 11 студентов получают высшее музыкальное образование именно по классу гармонии в лучшем вузе нашей страны, Академии имени Гнесиных. Это на самом деле здорово. То есть гармонь потихонечку выходит уже на совершенно другой уровень. Правда? А вот по гастролям, Наталья, вы много по гастролям ездите? Ну, ездим немножко, да. Ну, немножко, это как? По сравнению с вами, можно сказать, что немножко. А где вы были последний раз на гастролях? Последний раз мы... В Казахстане. Да, в Казахстане и в Томске. Был очень хороший фестиваль, праздник топора. А праздник топора, Валерий Семин проводил праздник топора в Томске. Шикарное было мероприятие, было очень много гармонистов. Смотрите телеканал «Жар-птица», информация об этом будет на телеканале. Ну что вы нам споете еще? Для вас споем народную орловскую песню, но в очень необычной обработке. Евгений Петрович написал инструментальный вариант сначала, обработка песни «Ты, Егор Кудревой» с такими джазовыми отклонениями. Но нам показалось, что в инструментально-вокальном содержании эта песня получит, скажем так, новое дыхание. «Ты, Егор Кудревой», обработка Евгения Дербенко, орловская песня. Thank you.
Ох, ты, Егор, кудрявой, ты, Егор, кудрявой, ты не стой надо мной. А ты не стой надо мной, ох, не качай головой, не качай головой, мне не быть за тобой. Мне не быть за тобой, а мне быть побывать за белым румяным. А мне быть побывать, ох, за белым румяным, за белым румяным, за Иваном Кудрявым. Белым румяным, ох, за Иваном Кудрявым, за Иваном Кудрявым, за Сергеем Ильичем, за Иваном Кудрявым, за Сергеем Ильичем. Сейчас мы исполним для вас песню великого композитора Виктора Темнова «Странная страна». Странная страна, где все звенит неистово, у окна и рожь, и речка чистая, добрая страна, где настежь каждый дом, равно терпеливая с другом и с врагом. А зовут ее Россия, можно век о ней рассказывать. Нет другой страны, которая может так же привораживать. Боль разлук лечить березами, грусть и радость мерить верстами, подпоясываться зорями и застегиваться звездами. Странная страна, где с песнями рождаются счастье, слезы льют, а в горе улыбается щедрая страна, готовая отдать все, что есть, и заново строить и пахать. А зовут ее Россия, можно век о ней рассказывать. Нет другой страны, которая может так же привораживать. Боль разлук лечить березами, грусть и радость мерить верстами, подпоясываться зорями и застегиваться звездами. Странная страна, где все живут надеждами, сбитая с пути лукавыми невеждами. Вечная страна, что веруя в любовь, из любой погибели воскресает вновь. А зовут ее Россию, можно век о ней рассказывать. Нет другой страны, которая может так же привораживать. Боль разлук лечить березами, грусть и радость мерить верстами, подпоясываться зорями и застегиваться звездами.
льется звездами. Странная страна. В эфире русская народная телепередача «Гармонисты России». У нас в гостях народный гармонист России Павел Уханов и певица Наталья Николаева. Я вот смотрю, Павел поменял гармошечку. Гармошка уже другая. Сколько всего-то гармошек? Ну, у настоящего гармониста должно быть гармошек много, потому что у каждой гармонии свой тембр. Своя тональность. Своя душа. Да, да, правда. И даже вот чисто вот внешнего, видите, какой у меня очень интересный инструмент, такой солнечный. Да, инструмент необычный. Да. И очень приятно, что сейчас не только развивается обучение на гармонике, вот то, что я преподаю в Российской академии музыки Мнесиных, много других учебных заведений, где можно учиться на гармонике, но и сама гармонь совершенствуется, она идет вместе с нами, появляются новые модели, многотембровые гармоники усовершенствуются, нынешние гармонии. Ведь раньше гармошки стало играть легче. Раньше гармошки были 25 на 25, в основном такие вот гармошки, а то и того меньше, вот Кирилловская, там 23 на 12. Я учился играть на гармонии 21 на 12, а эта гармония уже 27 на 12, там уже полутона есть, там много что можно сыграть, да, правда? Появилось всего-навсего две кнопочки, но уже можно... А сыграть можно все. Совершенно с этими верно, двумя кнопочками. Что вы сыграете нам и споете при помощи этих дополнительных двух кнопочек? Мы споем для вас песню Евгения Дербенко «Колокольчик гремит». «Колокольчик гремит». Колокольчик рыдает, гонит русич уставших во тьму лошадей. Степь раздольная спит, лишь луна освещает путь, дорогу его, да бескрайность полей. Ах, как степь широка! Эй, давайте, родные, а куда пусть судьба разберется сама? Что храпите, пошли, ну пошли, вороные. О, как горько душе не сойти бы с ума, а как степь широка. Эй, давайте, родные, а куда пусть судьба разберется сама? Что храпите, пошли, ну пошли, вороные. О, как горько душе не сойти бы с ума. Где-то там далеко, за широкой рекою, лес остался и дом, и озерная глаз, не рыдает и душа. Мне и так нет покоя, остается одно, без любви тосковать. Ах, как степь широка, эй, давайте, родные, а куда пусть судьба разберется сама? Что храпите, пошли, ну пошли, вороные, о, как горько душе не сойти бы с ума. Эй-ха! Ах, как степь широка, эй, давайте, родные, а куда пусть судьба разберется сама? Что храпите, пошли, ну пошли, вороные. О, как горько душе не сойти бы с ума. Мы споем для вас песню с острова Кубы «Голубка моя».
Когда из родной Гаваны уплыл я вдаль, лишь ты угадать сумела мою печаль. Вдали от Гаваны, милой, в чужом краю, я пел день и ночь прощальную песню твою. Где б ты ни плавал, всюду к тебе, мой милый, я прилечу, голубка, сизокрыла. Парус я твой найду над волной морской. Ты мои перья нежно погладь рукою. О, голубка моя, будь со мною, молю, в этом синем и пенном просторе, в дальнем чужом краю. О, голубка моя, как тебя я люблю, лишь услышу за рокотом моря дальнюю песнь твою. Когда я вернусь в Гавану, в лазурный край, меня ты улыбкой нежной своей встречай. Вдали от Гаваны, милой, в чужом краю, я пел день и ночь прощальную песнь твою. Где б ты ни плавал, всюду к тебе, мой милый, я прилечу, голубкой, сизокрылой. Парус я твой найду над волной морской. Ты мои перья нежно погладь рукой. О, голубка моя, будь со мною, молю, в этом синем и пенном просторе, в дальнем чужом краю. О, голубка моя, как тебя я люблю, лишь услышу за рокотом моря дальнюю песнь твою. В эфире русская народная телепередача «Гармонисты России». Павел Уханов, народный гармонист России. Я у Павла хочу еще спросить один момент. Вот сегодня много раз мы вспоминали народного гармониста России, великолепного преподавателя, артиста, гармониста Евгения Петровича Дербенко. Два слова, Паша, Евгению Петровичу. Я хочу поздравить Евгения Петровича с юбилеем, потому что в этом году, в 19-м, у него... Замечательное событие, юбилей 70 лет. Проходит много концертов, посвященных этому юбилею. У нас в Российской Академии Музыки в декабре будет большой его концерт. Я очень благодарен Евгению Петровичу Дербенко за все, что он сделал. Он из многих людей сделал именно гармонистов. И продолжает делать. Да, продолжает делать. Здоровья ему. Да. Евгений Петрович, здоровья мы вам желаем. Большое вам спасибо, Евгений Петрович, и хочу сейчас исполнить вашу обработку одной очень известной уральской плясовой мелодии, которая называется «Полянка». Thank you.
Вот и подошла к концу наша русская народная телепередача «Гармонисты России». И сегодня у нас в гостях были народный гармонист России Павел Уханов, певица, прекрасная женщина Наталья Николаева. До новых встреч! До свидания! До свидания! Продюсерский центр «Русская гармонь».